Сегодня будем менять штатный стеклоподъемник с машины Kia Spectra. Стеклоподъемник тросиковый на реечный форвард. Пришла посылочка сегодня, забрали с почты. Он хорошо. Второй уже стеклоподъемник, один есть водительский, такой же реечный. Работает, кстати, очень даже неплохо. Упаковывают. Речный механизм. Спорим. Получается. Самый важный момент, это то, что с нового стеклоподъемника, конкретно на данную модель автомобиля, не предусмотрена фишка. То есть нам нужно срезать провода отсюда и срезать провода со старого стеклоподъемника. Их соединить, перемотать и соединить обратно. Устанавливается, в принципе, на штатные места. Теперь нам нужно его подключить. Для этого мы используем вот такие вот приспособления. И для этого мы отрезаем вот эту вот замечательную заводскую фишку. Все работает. Выстраиваем стекло, как оно должно быть.